Ну что я могу сказать? Наконец-то началось. Вот, спустя какое-то время. Вот, сегодня у нас, увы и ах, 21-й день. То есть я их немножечко не дожарила на батарее. Я действительно как бы уменьшала температуру. И вот он, наш цыпленочек, там бьется. Вот. Он проклюнулся, я чуть-чуть расковыряла его, убрала вот эту вот пленочку. Я думаю, дальше вот он сам. Вот он у него, клювик здесь. На этом клювике у него яичный зуб. То есть это такой нарост, которым он вскрывает скорлупу. Что-то никак не могу настроиться. Вот оно. Вот. И, по сути дела, он сейчас вот так вот по периметру будет это яйцо вскрывать, как консервную банку. Вот. Главное, у него там вот есть чем дышать, я ему проковыряла дырочку, а дальше он сам. Вот, почему 21-й день? Потому что мне лично кажется, вот тут второй еще проклюнулось, вот, что первый день на самом деле не был первым. Яйца мне принесли уже где-то в районе 2-3 часов, пока я их остудила до комнатной температуры, то есть, ну, принесла в дом, они согрелись. Они, конечно, сильно не мерзли, но как бы все равно их несли по улице. Вон он там маленький дергается, и даже перья торчат мокренькие. То есть, ну, надеюсь, что и остальные тоже. По крайней мере, два у нас есть. А, ротик раскрываем, да? Вот. Скорлупа очень легко отходит, вот. А, и сейчас он будет вот так вот крутиться. То есть, крутиться будут жилки у него, там вот эти вот венки отрываться. И по кругу он должен вскрыть вот это вот яичко. Давайте я положу. Остальные еще, к сожалению, никак. Вот. Совершенно здесь пусто. Еще не проклевываются. Вот. Этих мы закроем хорошо. Пусть они там дозревают. А я расскажу про то, что на самом деле первый день не был первым. То есть, пока я посадила всю вот эту вот кастрюлю на батарею, пока они согрелись, то есть, скорее всего, яйца инкубировать начали где-то с понедельника на вторник. Либо ночью, либо конкретно ко вторнику только кастрюля нагрелась. Соответственно, как бы первый день, когда их поставила, на самом деле не был первым. Вот. Два перепеленка у нас уже есть. Я буду еще как бы подходить сегодня к этой кастрюле, смотреть, что там да как. Вот. И, соответственно, посмотрим, сколько из 8 яиц. Посмотрим, сколько у нас вылупилось. Вот. Еще раз напоминаю, сегодня у нас 21-й день. Что-то он там клювом щелкает. Что ты там щелкаешь, а? Давайте уже собирайтесь силами и вылазьте. У нас здесь вот три очаровательных малыша. Открывать не буду, а то они замерзнут и простудятся. То есть они активные, шевелятся, пытаются на лапки встать. Вот. И обсыхают. То есть из яйца они вышли мокренькие. Вот сейчас они там обсохнут, и все у них будет хорошо. С того момента, как было записано это видео, прошло уже 4 года. Но я никогда не забуду, как я выводила перепелов на батарее. Я сменила 3 инкубатора. Я написала 16 книг. Я вывела бесконечное количество птенцов. Но только в тот первый раз, когда я впервые выводила перепелов, неумело, криво, на батарее, я получила невероятное количество какого-то позитива, которого после этого не было никогда. То есть это реально было круто, хоть по сути дела и редкостная глупость.
Всем, кто смотрел это видео, переживал вместе со мной, вылупится или не вылупится что-нибудь, большое спасибо и до новых встреч с вашей неугомонной витаминкой.